России Илья Лагутенко, Вячеслав Панин, Элпу Наружев и Абдулла Бедела. Друзья, я предлагаю поаплодировать. Эти ребята сегодня выступают за сборную России. Теперь я представляю вам команду Украины. Александр Брусловец. Алим Набиев. Станислав Казанцев. Арсен Шабатинский. На ринге сразу запахло спортом, друзья. Давайте поаплодируем участникам нашей сегодняшней командной встречи. Ребята, отправим готовиться к своим поединкам.